Из-за дождей и повышенной влажности здания в старом центре обрушаются чаще обычного. Часть старинной лепнины доходного дома Шполянского на Пушкинской рухнула на тротуар прямо у входа в парадную. Прохожим повезло, в этот момент внизу никого не было. Коммунальщики приняли срочные меры по обеспечению безопасности. На полноценную реконструкцию денег нет. Городские службы оббили элементы декора, которые могли бы, опять же, упасть. До этого часть тротуара была огорожена. Второе обрушение произошло прямо на этом месте. Ежедневно здесь ходят десятки людей. Но по счастливой случайности пострадали не они, а два припаркованных автомобиля. Фрагмент крыши рухнул на капоты Форда и Мерседеса, серьезно повредив авто. Хозяин джипа оценивает ущерб примерно в 15 тысяч гривен. Капот помяло, как будто после града, скажем так. Хорошо, что там людей не было. Машина это ничего, как бы железо. Это восстановим. Вот эту красную машину она сильно повредила. В данном случае, говорят чиновники, ответственность должны нести владельцы здания. Они должны были выполнить противоаварийные работы и оградить опасный участок тротуара. Ни то, ни другое пока не сделано. Обрушение фасадов для центра Одессы не редкость. Недавно часть карниза обвалилась на Прохоровской. Там пока установлена только лента, предупреждающая об опасности. Если есть риск обрушения фасада, коммунальщики рекомендуют срочно обратиться с заявлением в ЖКС. Андрей Цыганко, Дмитрий Боровецкий, Руслан Пейков, Первый городской.